Вот это налет. Еще. Всем привет! Выбрался на охоту. Вчера постоял вечерку, ничего не нашел. Было пару налетов, но все. Все пустые, никто не сел, все мимо пролетали. Короче, ночевал на озере в машине. Уток здесь оставлял на ночь. Ну вот. Уточки понемногу летают. Будем ждать. Чирок. Куда ты полетел? Да я курва. Вот, бля, еще мне. Бегу, бегу. Бегу, бегу. А тут налеты. Не подранка же оставлять, а? Полем. И уток сразу нашугал. Я тут хотел рассказать про селезни, и тут налет. Ах. Вот такой вот добыл, красавчик, прям нравится. Расцветка такая, кайф. Но он прям явно отличался от утки. Утка серая, это такой цветастый. Я думал сначала чирок. А не, голову, на голове же у него эта полоска. Сразу незаметно. Вижу, что он пятнистый. А все сомнеется. Ну, погонял я с ним, конечно. Вон еще летят пара. Знаете, меня видели. Еще двойка. Утка. Ё-моё. Гуси летят. Высоко прям. Мимо. Уточка, ой, уточка. Это был чирочек. Там вон гуси, прям большая стая. Знаю, голов, ну как большая, голов 8, наверное. 2, 4, 6, 6. На него не заходит. Ну не туда. Повернет, нет? Очень красиво, но мимо. Кружат, кружат. Там еще вон двойка подошла к ним. Так, 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 так. Поворачивай чуть-чуть.
доходит, доходит. Прямо вот на меня идут. Рядом, рядом, рядом. Нет, не рядом. Блин, высоко сильно. Далеко, далеко. Капец, они красавы. Красавчики. Шли. И ушли в закат. Вернуться нет, интересно. Наверное, меня увидели. Стайка. Она взлетает. Взлетела рядом соседних кустов. Вот она. Самочка. Оп. Блин, почти сел. Увидел меня, дальше утянул. Я там пока на эту самочку, он тут с этой стороны. Ух, эти утки. То не одной, то со всех сторон. Садится. Есть. Да куда ты опять уходишь? Гуси. Вы что, меня не видите, что ли? Прям дикие налеты. Блин, взял же того. Капец, он упрыгал. Улетел. Я пойду искать. Он там в кушарях сидит. Блин. Вон еще. Стрельнешь, они со всех щелей сразу. Вон, еще тройка заходит. Фу. Что такое?
Да ё-моё, вот это я закатал патроны. Я знал, что он не залезет. Хотя... залез. Двустволки по барабану. Вот такие вот сегодня два селезня. Красота. Червячок, правда, совсем мелкий. Этот еще ничего, так увесистый, приятно. Червячок, я думал, покрупнее. Можно сказать, сдалека он так. Красавчик. Как я с первого не попал? Со второго попал. Эти мой хороший. Эти мой хороший. Это точно чирок. Это точно пассажир. Стоять! Ну, стоять! О, красавчик. Вот какой. Ох ты какой мелкий. Капец, голубь. Ну да, чего черка ожидать? Это ж черок. Еще двойка заходит. Ай, мимо. Да, стоит стрельнуть, а и все, и полетели, и полетели. Ух ты какой ты! Есть, лап нету. Обоих, бля. Все, падай. Готов. А, у меня один патрон, и утки летают. Все, я не удержался. Эти вороны. Блин. Вот так, в общем, я поохотился, добыл пару селезней, сбил одну ворону, вот еще, классно летят прям, в них приятно целиться, медленно, интересно им, утки мои стоят, выглядывают, приостанавливаются, замедляются, и прям классно стрелять эту ворону, азарту столько. Так, ну еще постою маленько, да, домой, наверное. Вот так вот. Охотой доволен. Это закрытие. Вот пара гусей идет. Высоко, далеко. Ушли. Что там, 8 налетало, сейчас вот пара. Гусь есть. Озеро-то небольшое, рыбы вообще тут нет. Даже бедного карасика. Посередине болота, оказывается, по колено. Опять вороны летят. Соседнее село. Смотри, смотри, смотри. Вот она какая, а. Где утки? Я ж устал по воронам мазать. Они есть. Thank you.
лебедей. Капец низко. Капец рядом. Ой-ё, Коломана, лети отсюда. Почему так, я не знаю. Самочки. Еще налет. Блин, я здесь сижу прям круто. Я прям очень доволен. Жаль, так поздно. Кто есть кто? Самки. Здесь вот если начинают летать, вот они прям здесь садятся. Прям рядышком все. Смотри, там он, это лысуха. Офигеть. Место, правда, классное, но, блин, как же я поздно на него вышел. Я просто побежал за уткой, которая была под ранком. Долго я бежал, куда-то нырнула в кушари. Сейчас буду еще искать ее. Прибежал, короче, на это место. Сейчас перешел. Немного летает. Думаю, постоять. Вон пара заходит. Там пара заходит. Блин, они все туда, в центр летят. Надо пересаживаться. Все хорошо, но не идеально. Смотри, смотри, прямо вот они. А кто из них кто? Что, классно вот здесь вот так? Мои утки стоят. Бекасики ходят. Красота. Приманки лучше не придумаешь, только подсадная. Это живые птички рядышком. Все, уже никто не летает. Буду собираться. Хватит на сегодня охоты. О, сокол. Эти красавец. Рядышком. В общем, я отохотился. Бог с ней, с этой уткой. Живите, размножайтесь. Осенью к вам приду. Шороху наведу. Шорох у меня хорошо получается наводить. Они еще потом долго помнят. Живых много оставляю. Промахов, ну, тьма просто. Смешных и не очень. И обидных. Но в целом охотой доволен, классно. Утку я добыл. Две криковых. Они такие прям крупненькие, хорошие. Вот, хочу попробовать их в этом. В духовочке запечь. Там действительно есть что спечь. С
этих черков взять-то нечего. Как голубки маленькие. Или голубки. Вот как-то так.